Первый тайм непростой. Мы не ждали простой игры, совершенно не ждали. Организованная команда «Слуцк» играет в футбол. Уже много лет играет в футбол. Я рад, что как бы приложил когда к этому тоже руку, да. И первый тайм был очень непростым. Очень непростым. Забили стандарт, все-таки преимущественно в росте немножко имели, слава богу. Второй тайм в этом плане был попроще немножко. Постепенно «Слуцк» больше и больше открывался. Вот, а мы умеем пользоваться пространством. И исполнительное мастерство сегодня, ребят, решило исход матча, хорошие голы. Я очень рад приобретенным 3 очкам на выезде. Тренинг, вопросы? Перед матчем много проблем. Вы раньше центр поля, Миша Кричук. В первую очередь, наверное, все болельщики переживают. Как он, что с ним, насколько там все серьезно? У нас такое, скажем, ОРВИ. Он, Миша, не единственный. Человек 5 разной формы, там, в разной степени на этой неделе выпадало. Кто-то вернулся, кто-то еще не вернулся. Вот. Поэтому, конечно, определенные переживания, это работа. Но, с другой стороны, я рад тому, что некоторые ребята смогли дебютировать в своем составе. Я рад тому, что они поддержали, вот, скажем так, наш уровень победный, да, нашу работу, нашу команду. То есть доказали, что мы не живем там 2-3 футболистами. Мы движемся вперед, мы готовы работать всей командой. И это тоже очень важно. Как можете оценить игру Карцова? Понятно, 2 мяча, но в этот раз он как-то супер какие-то красивые забивал. Насколько вам важно такого игрока иметь в составе? Ну, понимаете, я уже сказал, да, вот исполнительское мастерство. Во-первых, Егор надо отдать должное. Он один из тех, вот, кто, может быть, спадик у него небольшой был там пару матчей назад. Я уже так, честно, замылилась немножко, да. Но сегодня он физически очень хорошо двигается и провел очень приличный объем работы. То есть я рад тому, как он выглядел, не только голам. Но голы просто украшение футбола, и то, что он такие мячи исполнил, это награда ему, наверное, и награда всей команде и болельщикам за его работу. Несколько игроков вышли, то есть Кисляк в первый стартовом составе, Алладоя в первый стартовом составе, Нарчук молодой вышел на замену. Как, может, по каждому из них там несколько слов, как в эту игру оцените, как в дальнейшей перспективе? Даня Нарчук очень хорошо вышел, очень хорошо. Ну, в принципе, у него, я говорил, что для меня когда-то говорил, что образцовый опорный полузащитник, у него голова на месте, футбольное мышление хорошее, и он классно читает игру, то есть всегда был в нужном месте, и вот там буквально 3-4 касания мяча, но они все были абсолютно по делу. То есть он вышел, видно было, что когда выходил по глазам, что немножко волновался, но вошел, я очень рад на него. Что касается Серегина, тут о чем говорить, великолепно отыграл матч, и я говорю, для меня головная боль всегда была головная боль, но объективно надо признать, что, скажем так, играя без мяча, играя против мяча, играя в обороне, переварить сразу многих футболистов, несколько футболистов на поле возрастных тяжеловато, потому что нам просто не хватает немножко объемчика. Значит, я в начале сезона говорил, должны довести игру до такого уровня, чтобы контролировать мяч абсолютно максимальное количество времени, и тогда, дай бог, у нас будут играть все лучше. Потому что касается Сереги футбольных качеств, ну, тут вообще даже не о чем говорить. Это, наверное, один из лучших футболистов Беларуси, несомненно, если не лучший вообще по уровню мастерства. Но физиологию не обманешь. И я еще раз говорю, когда у нас сегодня Миши не было, и я спокойно абсолютно... Я вот когда узнал, что Миша заболел, даже не сомневался нисколько. И вот, помощник Дина Буцаврати пришел, сказал сразу, что Серега будет играть однозначно. И я сам был рад тому факту, что наконец-то он вышел на поле в составе. И он этот шанс... Было видно, как он готовился. И это надо было... Можно снимать отдельный сериал и показывать, да, отдельный сериал, так каждый день его подготовки и показывать молодым футболистам. Суперпрофессионал. Я очень рад за него. Положено, если можно. Тоже получилось долго. Да, долго немножко, скажем так, восстанавливался, потому что рецидив был. Тоже беспокоились. Но тоже уровень исполнительского мастерства, работа с мячом и понимание игры в своей позиции на высочайшем уровне. Вот я рад, дай бог, чтобы все-таки там это спазм просто, да, и ничего страшного. Я рад, что он добавился в обойму. Будем надеяться, что и дальше он будет играть и делать нашу команду сильнее. То есть это появляется вариативность какая-то, появляется конкуренция, мы становимся сильнее.